Новый указ президента США вызвал протесты как среди политических противников Трампа, так и среди общественных организаций. Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер осудил решение приостановить прием беженцев, в том числе из Сирии. Другие представители партии заявили, что указ не защищает Америку от ИГИЛ, который использует позицию Трампа в своей пропагандистской работе. Тем временем в Нью-Йорке прошла акция протеста. Более 100 человек после молитвы в мечети прошли маршем к ближайшему федеральному зданию и образовали живую цепь. Понятно, что Трамп решил обрушиться на беженцев, наиболее уязвимую часть общества. Страны, из которых действительно вышли террористы, напавшие на нас 11 сентября, не внесены в этот список. Это не случайно. Это решение может стоить жизни сотням тысяч людей, потому что они не смогут найти защиту здесь.